стоял до теб, винаги от другата страна. Как наивно съм мечтал за нас, някой ден да има любов. Най-щастливите ви мигове, ти и той, аз до вас мълча. Моята роля е да не сгреша и да чакам да бъдеш сама. Остани с мен, остани моите дни. Започва с теб без сълзи. В мен погледни, остани поне. Добрый день! Сегодня такой удивительный и интересный день. И я вас приветствую из потрясающей, интересной, вот такой уже полностью обустроенной квартиры. Если посмотреть из окошка вот туда, то там будет видно море. Здесь уже спокойно можно жить, оставаться, отдыхать. Хотя в прошлом году, в сентябре месяце, когда мы приезжали сюда, здесь еще было все, ну, не так хорошо, не так комфортно, как сегодня. Диван здесь такой потрясающий, интересный, замечательная мебель. И вы знаете, я ничего этого не покупала. И это все шло вот в таком комплекте. Вспоминая московские квартиры, так и хочется сказать, вот это да. Потому что там, когда мы вселяемся в новый дом, и еще 1,5 миллиона вкладываем в него для того, чтобы сделать хоть какой-то ремонт. Сегодня немножко пасмурный день, но очень тепло, хорошо. И я здесь не одна. Мы сегодня приехали большой группой. Здесь приехали ребята с Украины, что очень приятно. Потому что в прошлый раз Эдуард был один, сегодня они с Леночкой приехали. Приехал Артем Тихомиров, приехали девочки из Барнаула. Им все очень нравится. Ну и я тоже в легком-легком таком шоке, потому что я не ожидала, что я увижу вот эту квартиру в таком полностью благоустроенном состоянии. Я думала, что мне придется что-то еще докупать, что-то еще делать. Но на самом деле есть абсолютно все. Все, что необходимо, чтобы зайти и жить. Вот сейчас мы показываем вам как раз вот этот обустроенный потрясающий уголок. У каждой женщины есть свое любимое место в доме. Это кухня. Здесь она вот такая небольшая, комфортная, уютная. И на самом деле все работает. Электроплита, вода, холодильник. Все здесь уже стояло, было. Это мы видели еще в прошлом году. И сегодня оно точно так же вот работает. Спокойно можно заходить и жить. Точно так же оборудована ванная по полной программе. И плюс ко всему еще такой интересный момент. Здесь будет второй этаж. То есть крыша, а на крыше можно будет сделать все, что я захочу. Захочу качели, захочу что-то еще интересное. Не знаю, будем пить чай с друзьями, любоваться прекрасным видом на море. Потому что с одной стороны у нас море, а со второй стороны у нас потрясающий, красивый вид. Там заповедник. Мы в прошлом году о нем рассказывали. Вот сейчас уже с такой ностальгией ехали и смотрели. Вот опять те просторы, тот ветер. Тут красиво и хорошо. А сейчас мы вам покажем еще небольшой такой сюрприз, который ожидает нас за соседней стеной. Ну вот смотрите. Я обещала вам сюрприз за этой стеной. Я выхожу из своей квартиры. Подхожу к соседней двери. И как вы думаете, что там? А там еще вот такая квартира. А теперь идемте за мной. А, как вы уже знаете, в декабре 2011 года мы взяли по промоушену 5+ еще одну квартиру. И как раз эта квартира находится через стеночку с моей квартирой. И вы знаете, эту квартиру взяла мой дистрибьютор, моя первая линия, удивительный человек, который действительно ее заслужил, потому что она работала упорно, сильно, здорово, стала навигатором. Это Галина Фролова. А теперь давайте посмотрим,
Здесь точно так же стоит холодильник. Кухня точно такая же, интересная. Полочки все на месте. Вытяжка Арда, плита, работает все точно. И вы знаете, рядом со мной стоит хозяйка этой квартиры Галина Фролова. Я очень рада, что у меня такая потрясающая соседка. И вы знаете, у нас в компании всегда все вот так дружно, четко, здорово и слажено. Это командная работа, ребята. Посмотрите, какой чудесный вид из этого окна. А какое огромное окно. Это просто вот потрясение. Когда из окна видишь море и не видно горизонта, это вообще что-то необыкновенное. А какой за домом замечательный вид на заповедник. Это что-то вообще потрясающее. Наш дом самый крайний к заповеднику. И больше вот никаких домов там нет, и это дорогого стоит. А вот такая у нас чудесная лоджия. Огромная, на две квартиры одновременно, с замечательным видом. И здесь замечательная моя Люба, спонсор. Супер! А какие ароматы, а как пахнут цветы. Здесь сейчас все цветет. И море чудесное, весеннее начало, вот конец весны, начало лет. А самое главное, вот этот вот огромный балкон, лоджия, она на две квартиры одновременно. То есть нас команда, работаем в команде и отдыхать в команде будем. Живем? Живем. И второй этаж, крыша тоже общая, не разделенная перегородками. Дорогие друзья, смотрите, еще сколько строящихся квартир рядом. И мы будем с огромным желанием вас ждать здесь, нашу первую линию, вторую, третью, пятую, десятую. Чем больше нас будет, тем лучше. Вот этой красотой надо делиться. Это замечательно. Моите дни започват с теб.